ваша выставка, да? Да. Вот, несколько слов не скажете нам для YouTube-канала? Вам? Да, мне. Так, несколько слов по поводу выставки или по поводу... Я не знаю, давайте... Тема свободная. Тема свободная. Ну, на этой выставке я показал то, что сделано за этот пандемийный год. Только за год? Даже меньше. Да вы что? То есть, когда я понял, что мы будем делать персональную выставку, пришлось, так сказать, включить максимум головы и трудоспособия. И, к сожалению, не все вошло. Мы не хотели устраивать вот то, что в том зале. И поэтому только маленькая часть работ написанных в этом году. Мы сократили тематику, мы не стали показывать русские работы, мы не стали показывать работы, связанные с другом. То есть здесь только Италия, Франция, вот то, чего нас лишили в этом году. Так это по впечатлениям, по воспоминаниям? Нет, по эскизам? Нет, у меня, поскольку в те далекие времена мы имели возможность ездить, у нас сохранились материалы, то есть для того, чтобы женщина родила, должно пройти 9 месяцев. О, вот поэтому, так вот. Поэтому для того, чтобы картинка родилась, ты должен в голове увидеть некий образ. Угу. Если ты этот образ увидел и он созрел, картинка пишется достаточно быстро. Угу. То есть эскизы ранее, а работа некоторая сейчас. Конечно, если внимательно посмотреть, то здесь очень хорошо. А давайте пройдемся чуть-чуть, ну недалеко. Ну здесь вы можете сразу же определить временной интервал написания работ, поскольку работы написаны приблизительно в одной манере. Mm. Это работы, вот если посмотреть по датам, 20-21. Mm-hmm. Если бы я выставил работы 30-летней давности, это совсем другой художник. Mm-hmm. Поэтому мне нужно было сделать выставку, которая могла продолжить солнечную сторону, mm-hmm. и в сравнении увидеть достоинства и недостатки и те, и другие. А вы тоже участвовали обычно? Да. Первый канал. Почти да, что. Поэтому я считаю, что уйдя из того проекта в персональный проект, я ничего не потерял, а только выиграл. А как вы считаете, художник вообще должен только последние работы в Союзе выставлять? Или юбилейные выставки и перспективы — это хорошо? Или вот вообще как здесь? Здесь, опять же, мы имеем уникальную возможность вот в это время, в современное, выставляться хоть каждый день. То, чего не было при социализме. Нужны деньги, правильно? Для того, чтобы выставиться в советское время в Союзе художников, надо либо юбилейную дату иметь, там, 104 года от рождения, либо посмертную. Сейчас у тебя есть возможность любой зал снять. Другое дело, что ты там покажешь. И поэтому здесь не обязательно показывать ранние, поздние или вчерашние работы. Тут важен, опять же, ниша или идея какая-то должна быть. Uh-huh. Если бы я сейчас сюда вывалил все, что у меня есть в мастерской, здесь была бы каша. А у меня задача другая совсем. Если я от каши ушел, то мне не нужно. Я тоже думаю, что-то продастся, что-то не продастся, увидит, не увидит. Но не надо нести зрителю вот этот весь труд, который никому не нужен. Нужен ли художнику, как единице, куратор при себе, руководитель, или в принципе художник? Я думаю, что нужен, потому что это разные профессии, и, наверное, заниматься в теперешнем понимании вот продвижения на рынке, конечно, художнику, а когда рисовать тогда? То есть это разная область. Кто-то сидит в компьютере, кто-то сидит... Поэтому, я думаю, хорошо и куратор, еще и галерист. То есть это должен быть коллектив. Угу. Потому что если мы раньше сами себя продвигали, то сейчас не получится ничего. Сложно это, да? Это даже не то, что сложно. Куратор и искусство совсем другим стало. Угу. Здесь нет единой оценки, хорошо или плохо. Поэтому здесь без куратора никуда не денешься. Куратор и искусствовед. Это разные вещи. Где их готовят, откуда их брать? Это как талант. У одного человека есть талант. Здесь тоже можно родиться, быть прекрасным художником, но абсолютно плохим торгашом. И можно быть бездарем в искусстве и прекрасно торговать. Но, конечно, в принципе, продать можно все. Абсолютно. Тем более в живописи. На любую живопись найдется покупатель. Другое дело, задача
на какой уровень ты уже претендуешь или на что ты замахиваешься. Угу. Поэтому отсюда уже куратор, вот этот коллектив и продвигает художников, потому что деньги разные. Ты вкладываешь немеренное количество денег во все вот это все требует просто вложений от меня. И это надо отбить каким-то образом. Сколько при Союзе художников есть кураторов, которых вы знаете? Ну, вообще, вот вы знаете, скольких людей, которые в этой области вам кажутся интересными, так скажем, способными, талантливыми? Вот так получилось, что я стараюсь не пересекаться, значит, с этим делом, потому что я уже вырос, так сказать, в другое время и доверяю самому себе. Если я допускаю ошибки, то это мои ошибки. Поэтому здесь, а поскольку вокруг денег все крутится, здесь возникает очень много проблем. Угу. Поэтому, к сожалению или к счастью, мне удается как-то обходиться без посторонних людей. Хотя здесь очень много галеристов, которые имеют галереи, торгуют, продают. Но не так все просто. Угу. А ваши коллеги, они примерно в той же ситуации, как и вы, сами себя продают? В принципе, я думаю, что поскольку мы сами рисуем, мы и сами продаем. То есть единицы попадают в этот перечень успешных коммерческих художников, которых продвигают только за то, что он продается. Это тоже мода. Что-то вот сегодня модно, через год будет модно совсем другое. И есть галеристы, художники и искусствоведы, которые вот это дело специально поддерживают. Насколько интернет сейчас помогает? Вы им пользуетесь? Конечно, я пользуюсь интернетом. Художник должен обязательно пользоваться интернетом. И в принципе, мы же друг друга все знаем. Россия маленькая, все более или менее известные художники на слуху. И здесь сейчас ничего не утаишь. Говорят, не только Россия, мир, говорят, маленький. Да, конечно. То есть я еще не успел картинку написать, а мне уже из Америки покажите. То есть вот это очень здорово. То есть раньше этого не было. Мы варились в собственном соку. А сейчас у нас есть возможность увидеть справа и слева искусство. Это очень здорово. В чем помогает союз художнику? Ну, насколько вот сейчас, если бы молодой человек вас спросил, вступать ему, не вступать, вы бы что сказали? Не надо. Не надо? Почему? Не надо. Почему? Потому что... Если тебе дано, если у тебя есть характер и талант, если ты работаешь, я думаю, карта ляжет. Сам по себе союз – это такая достаточно… Это как в «Мастере и Маргарита». То есть меньше проблем, когда ты один. С другой стороны, вот это вот коллектив… В коллективе проще спрятаться. А что прятать? Свое лицо? Деньги? Да, что? Да. Что? Свое лицо, да. Свое лицо. Да. Когда воробьи летают в стае, они все воробушки. А орел летает один. Угу. У него больше проблем, поскольку он один. Он сам думает. В коллективе вот как волки, там проще выжить. Угу. Когда ты один, там сложнее. Но если ты уже поймал оленя, то есть, либо тебя задавили. То есть вот здесь вот такой как бы момент. Хотя мастерская, хотя выставки, в принципе, союз, конечно, помогает. Но как дальше там ляжет, это очень сложный момент. Ну то есть сейчас необходимости вот однозначной нет. Но плюсы есть. Плюсы есть. И минусы есть, да. А вот минусы вы озвучили, а плюсы? Плюсы это если тебе удастся доказать, что ты не ноль, тебе может повезти, дадут мастерскую. Ну, то есть чисто материальное, материальное, дадут тебе мастерскую, где можно, опять же, мастерская тоже разная. Но все равно, если у меня есть деньги, я могу снять мастерскую без союза. То есть в конечном итоге все крутится вокруг денег. Ладно, пожелаем успехов. Спасибо вам большое. Спасибо. Поэтому я думаю, если какие вопросы, то здесь надо...
так поспрашивать у всех и в результате свое мнение положить. Угу. Так, Владимир, вот так вот руками поводите. Это у нас все Италия, да? Италия, Франция. Италия, Франция. А, ну, на пленэре вы сколько раз были вообще в Италии, Франции? Давайте к работам. Давайте вон подойдем, вон к той, и на фоне нее мы немножечко засветим свой светлый лик. Да. Ага. Вот, например, да? То есть такой этюд есть. Насколько, вот когда вы берете большую работу, большой формат, насколько эскиз трансформируется или не трансформируется? Это только повод, этюд сам по себе, это повод для дальнейшей работы. Если этюд там размером 20 на 30... А он есть или его нет? Нет, здесь нет, поскольку здесь работы все достаточно большого размера. И этюд является как записной писулькой, которая заставляет тебя включить память. То есть этот повод для размышления. И потом переносить этюд маленький на холст абсолютно бессмысленно. Большой формат требует вообще другого пластического решения. Если ты начинаешь один водить, переносить, это смешно, из этого ничего не получится. Потому что дома он смотрится так, в этом зале его никто не увидит. Несколько слов скажите об авторе, как друг. Я думаю, что исключительный совершенно талант. Николай Цветков, да? Да, Николай Цветков, да. А вы график или живопись? Я член Российской академии художеств, заслуженный художник, доктор философии. Хорошо понимаю искусство. Представился. Хорошо понимаю искусство и его язык. Он прекрасный музыкант, он значит, нам... И ту сумму художественных средств, которыми пользуются художники. Большинство вообще не имеют никакой суммы художественных средств. Они просто учатся у тех, у кого можно было научиться. Ну и повторы, они всегда импотентны. А когда видишь риск, когда смотрел, одно слово было хорошее, такое, ну, во-первых, совершенно свободный человек. Его степень свободы заключена в том мастерстве, которое имеет в себе некоторое нарушение реальности. И вот это позволяет говорить о том, что он свободен от того, что видит. И это доказывает и масштабом, и адекватностью того формата, который выбран, и средств. Пластический язык большого холста. Вот Николай правильно сказал. То есть ты же, когда начинаешь переходить в другой разряд, ты по-другому пространство формируешь. Это как Сезанн. Если ему нужно было линию горизонта слева сделать наверху, а на правой стороне холста, он опускал ее куда. Холст сам диктует условия, которые ты в конечном итоге потом уже не можешь нарушить. Наступает определенный момент в работе, когда ты перестаешь видеть. Все, то есть холст – это диктатор. И ты сам его как бы подтягиваешь. Но для того, чтобы вот эту пластику вырубить, Николай правильно сказал, для этого годы нужны. И не просто годы. Ты должен постоянно смотреть, читать, смотреть, думать и работать. Вот я вспомнил то слово, которое я вспоминал. Он совершенно смелый человек. Я не скажу рискованный. Это он смелый. Откровенно смелый. Вот он о пространстве обмолвился. Пространство нам дано не на века. И в вечной жизни океан впадет моя река. Да. Нечто в ничто пойдет, за благо почитая. И сердце в радости замрет, все это принимая. И эти строчки, они совершенно здесь уместны. Потому что такую мощь, такую свободу и вместе с тем адекватность, это не абстракция, это взят реальный совершенно объект, но так смело сделан, что диву даешься. Нет ничего подобного ни на той выставке, ни одного художника, который бы владел. Да, там есть свои изыски, там есть точность, фотографичность и вроде с претензией на великих мастеров, что уж так, я знаю таких, которые действительно изумительно вообще фотографически исполнят видимое. Но это совершенно другое понимание. Это реальность другая. Да. Ведь, вот Николай правильно сказал, когда ты подходишь к чистому холсту,
ты создаешь вообще другой мир, который никакого отношения к реальности не имеет. Ну, к реальности географической, к любой. Да? Вот вы создаете новую реальность, которой не было. То есть вот это удивительная вещь, когда вот ничего не было, и в результате ты выходишь на улицу в городе Петербурге. Тебя начинает клинить, потому что ты только что был в Венеции, ходил по этим улицам, а сейчас ты идешь в магазин за пивом. То есть вот ты живешь в другом измерении. Но отправным импульсом все-таки служит вот что? Все-таки надо было побывать в Венеции или может быть... Или что? Или как? Нет, здесь, наверное, это тоже необходимо. Наверное, художник должен хотя бы один раз прикоснуться, и это должно вызвать в себе... Я иду по улице, навстречу идут женщины, одна, вторая, третья, много. Угу. И вот какая-то одна из них меня заставляет остановиться. То же самое и здесь. Угу. Ведь я же не просто каждый итальянский пейзаж пишу. Угу. То есть образ должен как... ребенок созреть. Угу. Здесь надо, чтобы сложилось. Ведь я могу сидеть годами над одной темой и не прикасаться к ней. Я могу ночью в голове рисовать. Угу. То есть мы немножко ненормальные. Так а я сейчас вообще работаю днем и ночью. В 4 часа сегодня, в 6 я встал. Просто иду потоком композиции. Я думаю, ну зачем? Я уже все сделал. Зачем мне еще? Да. И я думаю, что вот так же, как и Володя, есть те мастера, или даже не мастера, существа, которые уже живут в ином мире, в постмире. И они этот мир, как школу, уже прошли. И они все здесь во всем разобрались, и у них они вошли в свой портал, которым хорошо владеют, как ну вот нам проще всего с этими работами жить, но можно и с техникой, которая летает в космос, поэтому я думаю, что не про нас. Я понимаю. Та же одаренность, тот же талант. Конечно. Я вот хочу одну притчу сказать, если у вас минутка есть. Когда Господь создавал этот мир, пришли к нему четверо ангелов. Первый спрашивает: Господи, как ты это делаешь? Вот мир. Да, вы рассказываете, да, как да, ты да. это. Второй говорит: Господи, а почему ты это делаешь и зачем? Это были философы. Третий говорит: Господи, а когда ты создашь этот мир, могу я им владеть? Это те, кто и политики, и галеристы, которые не владеть, а заработать на художнике. Рейдеры, ну и так далее. Вот эта категория. И только четвертый говорит: Господи, а могу я тебе быть чем-то полезен? Это был творческий гений. И вот это пример как раз, это однозначно. Это я не выдумываю что-то, видя вот эту мощь, действительно удивительным образом, не отбросившие то, где он живет, где он бывает, а трансформировав таким образом этот позитив в эту... на сумму художественных средств то, что и поэтому... Давай правильно говорить. Здесь же мало на холст вывалить синее, красное, желтое, зеленое. Надо еще уметь эту поверхность организовать таким образом, чтобы она правильно, адекватно была оценена. И человек, глядя на работу, он же не видит, что здесь это Петербург или там, я не знаю, там Сосновый Бор. Все-таки я не отрываюсь от... Да, я форсирую некоторые вещи. Я пытаюсь все равно сохранить вот ту гармонию, которая существует в этом мире. Поэтому я все-таки, да, действительно, я еще не оторвался вот от того физического мира, который существует в нашей голове в реалии. Угу. Есть очень много художников, особенно левых, вообще очень хороших, талантливых, которые вообще создают немножко другую цветовую философскую мысль. Ну, Николай сам, вы же не как сказать, пленарист. Это да? Разные. Нет. Ваши работы вот недавно были, они другие. Так они там... здесь у меня. А, здесь тут... я думала, все поменяли. Там 6 картин. А, висит, да. Я не была там еще. Ну вот, это как раз вот то, о чем Володя говорит. Потому что я отвязался от этого мира. Мне он уже мало интересен. Если только попросят на заказ что-то сделать, ну я.
Но путешествовать-то вы как? Стремитесь? Здесь есть такой момент. Ага. Значит, обладая теми или иными профессиональными навыками и мастерством, ты можешь создавать такие вещи, которые человеку ленивому даже не снились. То есть ты всю жизнь вырабатываешь эти навыки, ты ставишь себе глаз, и тебе не надо вообще никакой натуры. Ты просто создаешь вообще другую реальность. А это от профессионализма. Вот здесь с кондачка можно ведро краски на холст вывалить и сказать, что это здорово. Но нарисовать, как вот старики рисовали, мы даже близко не можем подойти. Поэтому надо всю жизнь учиться работать, учиться. И только в результате этого потом ты берешь карандаш и бумагу и создаешь шедевр. Так, просто так, ничего не получится. Поэтому художник все время должен учиться. Все время сравнивать. Ну, сами старые мастера. Да, это уже. Но подождите, нюансы. А от чего отталкивались тогда старые мастера, если они стали отправной точкой? Если тебя Боженька перышком по одному месту помазал, тогда из этого может что-то получиться. Угу. Это Олег Григорьевич Пономаренко так говорил. А если вот он тебя не помазал, ты можешь быть великим человеком, но ремесленником. Здесь должна быть, вот Николай правильно сказал, для того, чтобы на холсте что-то изобразить, нужна определенная смелость. Если ты будешь тупо... Это не риск. Вот я беру холст, я же не думаю о том, купят, не купят. Отдать красоте, да. Я раб красоты. Когда говорят там служитель, я раб просто. Еще... Здесь, если ты прежде чем взять... А как же быть свободным человеком, Николай? Свобода — это степень веревки, карбот. Больше, меньше. Я знаю, как быть свободным. Нужно умереть при жизни, тогда вы становитесь свободным. По большому счету, мы реально больные люди. Всю жизнь заниматься вот этим делом ни один нормальный человек не будет. Беря кисточку, ты даже не думаешь, купят, не купят, продам, не продам. Тебе пофиг. И к этому я добавлю, что ни одному нормальному человеку не понять. И они проходят практически мимо. Да. И они не понимают в этом ничего. Этому же не учат. Также и в музыке никто не соображает, и в театре. Просто люди идут, чтобы... Но слово «никто» очень коварное. Давайте его не будем. Я сказал, как он обозначил, кто. Я могу сказать, я вчера развешивал работы, и я видел, как коллеги из того зала проходили у меня по залу. 8 секунд на каждую картину. Точно так же, как мы идем по любому музею. Это статистика. В Уффици висят Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэлли. 8 секунд. Но любого. На той стороне висит Мона Лиза, к ней не подойти. А с этой стороны тоже Леонардо. Никого нет. Угу. Почему? Идут на известное, да? Это потому что в справочнике написано. Это посмотреть. Пиар. В чистом виде. Здесь не просто пиар. Почему Босха надо сидеть и рассматривать годами? Потому что там есть некий текст, который зашифрован. Его надо, во-первых, надо знать историю. Историю искусства, и надо знать историю той страны, где это писалось. Пейзаж он и пошел. Угу. То есть он читается моментально. Ну что Шишкин, ну что Еловый Бор. А когда начинаются вот эти вещи, это требует от человека работы. А человек не хочет работать. 8 секунд на картину, больше нет. Он не умеет просто. Ему лень включать голову. Подождите, а может быть задача пейзажа, так сказать, повесить ее, ну я так утрирую, повесить ее над диваном, сесть, расслабиться и, собственно, мозг не напрягать. Может быть, это жанр? Нет, значит, можно повесить пейзаж, предположим, Леонардо да Винчи за 20, 30, 40 миллионов долларов. Угу. И говорить: ребята, у меня висит Леонардо. И можно повесить постер за 20 баксов. И к тебе будут приходить и говорить: Иван Иванович, блин, тут это, блин. Здесь много нюансов вот в этих связанных. Не нюансов, извините, что я так врубился. Дело в том, что есть два типа людей, которые имеют смысл в этом мире. Те, кто знают, и те, кто стремятся к знанию. Все остальные – это болото. Стремящихся, вы посмотрите, где устремленный человек, он видно сразу. У меня спросили, когда я там в разные академии звали. Первое, что у вас есть что предъявить? В смысле? Предъявить, показать. Есть у вас что? Работа, да? Да. Не работа. Вот что есть. Вот у меня альбом. Вот. Мы с вами после конференции встретимся. Таким образом, я стал акмеологом искусства. Потому что если вам нечего предъявить, то кто вас будет слушать?
Подождите, это что, каталог имеется в виду вообще? Ну да. Здесь, а вы думаете, это вот так вот прямо вот... Нет, здесь, вот я, Николай, как бы, значит, ремарка. Значит, здесь есть очень такой момент деликатный. Вот смотрите, в том зале 50 человек. От каждого 5 картинок. То есть 5 картинок за год нарисовать, даже ленивый нарисует. Для того, чтобы художнику показать себя, надо сделать персональную выставку. То есть это должна быть некая акция, это некая работа. Почему персоналку практически никто не делает? Потому что в том случае зрителям можно обмануть. 5 картин – это элементарно сделать. Когда ты делаешь постоянно из года в год персоналку, из 100 работ, тебя видят голым. Ты уже никого не обманешь. Вот это все читаемо. Там можно под кого угодно. И тихо-тихо, спокойно существовать всю жизнь, пародизируя на своих коллегах. Поэтому никто практически не рискует на большую масштабную выставку. Это должна быть мотивация. Причем такая мотивация, которая заставляет тебя с утра до вечера. Тут не так все просто и не на поверхности лежит. Ну, может быть, кто-то физически столько работ не может ведь. Да, ну, вот вы широко пишете, кто-то, я не знаю, там вышивает. Неважно, я мелким пишу, бисером. Я утром встаю, я встаю к мольберту, через 3 часа я выжатый как лимон. Это можно костыли забивать на железной дороге, проще было. А персональная выставка важнее для вас самого или для зрителя? Вот здесь вот какой баланс? Здесь мы же живем не для себя, а все-таки для своих зрителей. И, конечно, зритель, приходя к тебе, ведь вкладывая в тебя деньги на протяжении десятилетий, зритель или коллекционер хочет, чтобы ты соответствовал тому уровню, который ты закладывал в себя тогда молодым. И я должен все время развиваться и поднимать свой статус. Потому что если я продавал за 30 лет назад картинку там за $100, то теперь я не могу продать ее за $100. Но это ценовая игра. Это тут же рядом. От меня требуют другого. Поэтому я должен работать. И ставить задачи другого уровня. А там купят, не купят, это уже дело третье. Поэтому это здесь... важно и вам в первую очередь. Конечно. Я же живу этим. Я живу от того, что я нарисовал и продал. У меня нет другого заработка. Поэтому я не могу сидеть, сложа руки, и как плохо живется, кругом пандемия, все умирают, а мне похмелиться нечем. Я не могу себе такого позволить. Более правильно, говорит, я в 4 часа встал, взял кисть в руки. Потому что Серов хорошо сказал, для того, чтобы у меня были осенью деньги, мне сейчас весной надо работать. А мой противник, я говорю, никто, потому что они знали больше и умели лучше. Почему же всегда кажется, что раньше знали больше, прыгали дальше, а вот сейчас спортсмены все выше и выше, а художники говорят, что раньше все было лучше. Ну как же так? Нельзя сравнивать спортсменов и художников, это разная дисциплина. Человек становится длиннее, здоровее. Да вас советские художники просто так Венецию билет не могли купить, правильно? Советские художники были на порядок выше, чем теперешние художники. Нет, я имею в виду возможности. Вот, не надо. В советское время ездила определенная категория художников. Категория. А и сейчас то же самое. Ну, сейчас вопрос цены. Студент может хоть на автостопе доехать. Ну, так-то. Ну, в принципе, да. Сейчас дали шанс. Шанс. Дали шанс. Тогда шанса не было. Если ты не КГБшник и не соответствующий этот сам. Все. А, кстати, когда вы первый раз побывали в Венеции? Первый раз в Венеции я побывал где-то в начале 90-х годов. То есть советский еще период? Нет, да? это уже был. Это был развиток. А, перестройка. Да, это уже. Да. Поэтому попасть в Болгарию, это надо было пройти кучу собеседований. Полком, я был в Болгарии. Где сейчас Болгария? Где? То есть все изменилось.